В июле месяце съемочная группа телеканала «Шадр.Инфо» впервые оказалась на грандиозном форуме в Екатеринбурге. Получить аккредитацию на 4-ю международную промышленную выставку «Иннопром-2013», в которой приняли участие делегации из 70 стран мира, для нас стало серьезной ответственностью. Освещать выставку было доверено более 280 средствам массовой информации и более 1300 журналистам, среди которых крупнейшие российские информационные агентства, ведущие печатные издания и телеканалы. Первый – «Россия-24», НТВ, Пятый канал, «Россия Тудей». Глобальность «Иннопрома-2013» как в плане промышленной продукции, так и в плане деловой программы не может не впечатлять. Наша камера металась от одной темы экспозиции к другой, останавливая свой объектив то на станках, то на роботах, снова на станках и снова на роботах, попутно захватывая в радиус обзора лица знакомые, малознакомые и совсем незнакомые. Спешно пробегая по выставочной транспортной линейке, говорим себе «стоп». «Иннопром» для России – это главное – промышленная выставка страны. For Russia, Innopom is the main industrial show. Для Свердловской области это мост в будущее, это возможность увеличения инвестиционной привлекательности региона и, конечно же, площадка для обсуждения и внедрения новых производств и инноваций. А как же Курганская область? Иннопром может быть мостом в будущее для нее? Как же показала себя родная шадринская промышленность на международной выставке? ШАС представляет на совместном стенде у ГМК всю свою основную продукцию. Это радиаторы, отопители, подогреватели, домкраты. Здесь представлены основные виды нашей продукции. Стенд, он немного небольшой. Здесь, ну, как бы основные виды продукции показаны и все. А гамма продукции у нас очень большая. Мы работаем практически со всеми автозаводами, не только в России, но и в мире со многими работаем. Поэтому, ну, здесь все представить было невозможно. Ну и сейчас набирает обороты инвестиционный проект новый, как и ну, скоро, наверное, мы и по нему уже будем представлять свои образцы, свои изделия. Мы здесь привезли наиболее интересные экземпляры своей продукции. Вот. В частности, большой радиатор, который мы поставляем в Америку. Радиаторы для дизель-генераторных установок. Радиаторы охлаждения для наших земляков Курганского автозавода. Также нас большой и наиболее значимый партнер – это КАМАЗ, где также мы привезли охладительно-дувочного воздуха. На выставке «Иннопром» ШАС принимает участие 4-й раз на совместном стенде у ГМК. В этом году на стенде «Иннопром» представлены все крупные управляющие компании холдинга. Это УГМК «Сталь», УГМК «ОЦМ», УГМК «Агро», холдинг «Кабельный альянс» и головное предприятие холдинга «Уралэлектромедь». Сегодня, конечно, был очень насыщенный день, была насыщенная деловая программа, очень много важных гостей посетили наш стенд и генеральный директор холдинга, губернатор Свердловской области, экс-губернатор Свердловской области. Поэтому можно сказать, что сегодня для УГМК «Холдинг» выставка была очень успешной. Мы показали наш стенд большому количеству гостей, заключили соглашение с компанией «Сименс». Конечно, в следующие дни будет менее насыщенная деловая программа, но я надеюсь, что большое количество посетителей смогут познакомиться с нашей продукцией и с нашими услугами. Я думаю, больше всего пользуется спросом изюминка нашего стенда. Это стенд технического университета УГМК «Холдинг», который откроется 3 сентября 2013 года, через 2 месяца, потому что представлено уникальное лабораторное оборудование на нашем стенде. Это спектрометр, который может определить химический состав любого сплава, в том числе каких-то ювелирных изделий, цепочек, кулонов, браслетов. Девушки с большим интересом изучают химический состав своих украшений. УГМК «Агро» объединяет в себе несколько крупных компаний, которые производят продукцию молочную, овощи и зелень. В первую очередь это ЗАО «Тепличная», которая располагается в поселке Садовый, производитель огурцов и помидоров под маркой «Мистер Грин». И агрофирма «Патруши», которая находится в поселке Патруши Свердловской области, производит молочную продукцию разных сортов.
Я представляю группу компаний «Промэнерго», в которую входит и ОАО «Шадринский телефонный завод». Мы работаем в тесном контакте уже более 18 лет. Мы представляем и свою основную продукцию – это аппаратура высокочастотной связи по линиям электропередач. И сегодня мы представляем линейку инновационных продуктов энергосберегающего направления. Первое – это светодиодные экраны очень высокого разрешения, которые сегодня не производятся на Урале нигде. Да и в России, я думаю, такого качества нет. С расстоянием между пикселями 4-3 мм. У нас максимум в России сегодня 6 мм. А второе, что уникально, это промышленные светильники, которые делает завод совместно с учеными из Уральского федерального университета. Это сверхяркие светильники с отводом тепла по космическим технологиям. Таких светильников также нигде нет. Это ноу-хау Шадринского телефонного завода. Ну и третье, это промышленные, это уличные уже светильники, которые также сверхяркие. То есть это даст будущее нашему энергосберегающему направлению в коммунальном хозяйстве. Шадринский телефонный завод участвует второй раз. А кроме того, чтобы вы знали, Шадринский телефонный завод с 1999 года участвует в международных выставках «Энергосвязь», которые проходят в Москве, на ВДНХ по старому названию, и достойно представляет город Шадринск на международных выставках. Мы находимся в зоне сейчас облачных решений, да, которые касаются информатизации, автоматизации деятельности органов власти и местного самоуправления. Большая государственная программа информационного общества, она в принципе, концепция ее имеет облачную технологию, то есть все электронное правительство сейчас на облаках. Поэтому вот на данном стенде мы представляем решения как отраслевые облачные, это по ЖКХ, по медицине, по образованию, по безопасности, так и для электронного правительства. Перевод услуг в электронный вид, организация межведомственного взаимодействия. Технология одна, Ростелеком предлагает сервисы, программное обеспечение, которое располагается на наших мощностях, которое является собственностью Ростелекома или партнеров. И государство, муниципальные органы власти, органы местного самоуправления получают данные услуги, как услуги. Не нужно иметь какие-то свои мощности, не нужно тратить деньги на центры обработки данных, на персонал. То есть мы используем наши мощности, наших людей, а конечный потребитель, это органы власти, получает услугу. Весь проект информационного общества, он направлен для того, чтобы повысить уровень жизни нашего населения. Поэтому, естественно, вершиной айсберга или как бы результатом деятельности всех этих облачных, это, конечно, будет повышение уровня благосостояния жизни, значит, нашего населения. Доступность госуслуг, скорость реакции органов власти на запросы населения. Конечно, это все для того, чтобы граждане получали услуги качественно, быстро, без всяких задержек. Все решения, которые предъявлены на стенде, они уже реализованы. Конечно, мы готовы рассказывать и о проектах, вот, но решения по, например, образованию, они работают в регионах, они работают даже в Уральском федеральном округе. Облачные решения, эти облачные технологии помогают сэкономить достаточно большое количество средств для органов власти. То есть не нужно свой центр обработки данных, да, в котором хранится, не нужно покупать железо, не нужно покупать программное обеспечение, не нужно тратить, покупать кадры, которые будут это программное обеспечение. То есть просто предоставляется инструмент работы чиновникам. Одно из облачных решений Ростелекома – облачный сервис проведения организации культмассовых мероприятий и библиотечно-информационных услуг. Во-первых, наша система охватывает целиком всю страну. То есть в рамках данного решения мы предлагаем сразу охватить все культурно-досуговые организации, предоставляем им возможность информировать своих пользователей на нашем портале о своих культурно-массовых мероприятиях. И в то же время подключаем библиотеки. То есть информацию о библиотечных фондах, обо всех библиотечных фондах страны
тоже можно получить вот на одном этом ресурсе, на одном этом портале. Все понятно, виртуальная жизнь все же от реальной пока еще находится в серьезной зависимости. Но она все шире завоевывает пространство. Ряд компаний-участников выставки это продемонстрировали путем привлечения к своему стенду посетителей с помощью интерактивных экспонатов. Как вам 3D-тренажер медиплавильного цеха, предназначенный для моделирования производственных ситуаций? Конечно, нашему маленькому Шадринску до городов-миллионеров далеко, но, похоже, не настолько далеко, как нам всем кажется. У вас есть все технологии, квартиры, телекоммуникации, интернет и так далее. 10 лет назад, если бы я вам показал какую-то технологию, вы бы сразу сказали, ужас, боже. Какое страшное будущее. А сегодня мы понимаем, это полезно. Мы можем использовать эти технологии. Когда телефон где-то 100 лет назад выпустили на рынок, и многие люди его осуждали, люди говорили, что телефон ужасен. Сегодня мобильный телефон – это далеко не только переговорное средство на расстоянии. И подтверждение этому – презентация нового проекта Ростелекома на базе российской коммуникационной спутниковой системы ГЛОНАСС, о которой в Шадринске пока знают совсем мало. Перед вами представлено решение «Умная страна». Включает она в себя Osim City, Osim Books, Osim 112. Разработана на базе облачной платформы O7. На экране отображена карта Российской Федерации с отмеченными на ней крупными городами-столицами. Система позволяет вести мониторинг чрезвычайных происшествий, возникших на нашей территории с целью ликвидации последствий и реагирования на них. В нижней части экрана расположен фильтр событий, который градирует чрезвычайные происшествия по типу их возникновения. Активировав каждый фильтр в отдельности, мы увидим, где именно произошли стихийные бедствия, техногенные катастрофы, происшествия на транспорте, теракты и пожары. Сейчас вы видите чрезвычайные происшествия, которые в системе уже зарегистрированы. Нажав на каждый из них в отдельности, мы увидим наименование чрезвычайного происшествия и координаты точки происшествия благодаря системе ГЛОНАСС. Информация о новом происшествии возникает на экране в форме красного звукового значка. Видим город происшествия, город Сочи. Система позволяет нам увидеть трехмерную карту города и улицы, откуда поступила информация о происшествии. Благодаря системе ГЛОНАСС мы увидим координату точку происшествия. И сейчас я покажу вам, как происходит сбор информации о происшествии и регистрация в системе. Помогите! У нас тут на перекрестке под окнами моей квартиры лес. И люди ходят. Срочно высылайте бригаду по адресу. Улица Первомайская, дом 13. Меня зовут Кантов Антон Сергеевич. Помогите, пожалуйста! Только что на ваших глазах очевидец позвонил в службу 112. Сообщил о происшествии. Благодаря системе распознавания голоса карточка вызова заполняется автоматически. Я как диспетчер регистрирую события в системе и отправляю его в службу реагирования. Служба реагирования определяется самостоятельно благодаря детализации вызова. Служба информирует диспетчера службы 112 о принятии вызова и выезжает на место. Сейчас мы с вами очертим зону происшествия и увидим ее более детально. Машина службы реагирования подъезжает на место происшествия, а также машина дежурного, отвечающего за всю операцию в целом, также находится на месте. Активируем систему оповещения. Обратите внимание, система Osim Books в домах активирована. Сейчас, используя один из элементов системы Osim Books, мы взглянем с вами на происходящее глазами очевидца. Только что мы с вами активировали камеру видеонаблюдения. Обратите внимание, лев действительно лезет в квартиру. Ранее мы с вами включили активизацию и информирование чрезвычайных происшествий. Как же это происходит? Автоматически включается телевизор, на него вводится информация о происшествии и рекомендованные в связи с ним действия. Нижняя часть экрана – это текст смс-сообщения, который приходит абоненту на телефон. Также такое же сообщение дублируется роботом на городской телефон абонента. Система в полной степени будет готова в 2014 году. Сейчас есть пилотные проекты, которые уже внедряются в отдельных регионах. Сейчас я активно пользуюсь услугами Ростелекома, такие как интернет, телефония, развлекательный контент, телевидение высокого качества, да, все это у меня есть. Сейчас, когда вот будет это доступно для простых смертных, я, конечно, обязательно себе такую услугу бы хотела иметь. Это очень удобно, находясь за границей, где-то в поездках, командировках,
знать и своими глазами видеть, что с твоим домом все хорошо, никто туда не влез, все в целости, сохранности. И, ну, это приятно с этим просыпаться, знать, что у тебя все хорошо. А когда не все хорошо и просто информация об этом ничего не изменит, что тогда? Тогда на помощь приходят жизнеобеспечивающие технологии, прорыв в которых мы не особо заметили на Иннопроме. Но тем, что уже есть давно в больших городах, мы все-таки заинтересовались. Сегодня мы выставляем наши разработки в области медицины, светотехники и геодезии. То есть в первую очередь это медицинская техника, которая оснащена практически каждый перинатальный центр России, практически каждый родильный дом в России в том или ином процентном соотношении. То есть где-то в определенных роддомах доля достигает 50%. То есть остальное импортное, остальное отечественное оборудование. Данная линейка неонатального оборудования позволяет выхаживать глубоко недоношенных детей с критической массой тела от 600 грамм. Инкубаторы, аппараты ИВЛ, системы обогрева, системы фототерапии – все это используется в отделениях реанимации и отделениях интенсивной терапии. С уверенностью можем сказать, что порядка 2 миллионов детских жизней были спасены с помощью нашего оборудования. А с помощью 3D-принтера, у которого на выставке постоянно скапливались любознательные посетители, в том числе и наш корреспондент, оказывается, можно создать объемный портрет любого человека. Мы сканировали портрет человека, сделали 3D-модель и теперь печатаем ее из пластика. Мы занимаемся погрузкой, то есть это тренажер экскаватора КГ-8 и КГ-10. И на данный момент как бы моделируется ситуация в карьере, работа в карьере. То есть мы занимаемся погрузкой, выемкой грунта и погрузкой в автомобиль. Вот берем, потихонечку поднимаем ковш, набрали грунт породу, разворачиваемся, вызываем машину. Она становится под ковш, опускаем, открываем и потихонечку выгружаем породу. Тут немного загрузил. Во-первых, это привлекательность для молодежи, то есть для обучения. То есть они на своем предприятии сразу же учат, показывают, рассказывают. Сложные операции они показывают, то есть здесь можно эмулировать ситуации, когда нештатная ситуация, там обрыв каната, нерабочее состояние ковша, пожары всевозможные, отрабатывается регламент инструктора. Но лучше начинать с несложных. И, как показывает Иннопром 2013, лучше начинать прививать любой интерес с детства. И, безусловно, с помощью хороших игрушек. Если, конечно, то, что мы увидели на выставке, вообще можно назвать игрушками. Такой карьеры, такая техника привлекает внимание не только детей. Взрослые с нескрываемым интересом наблюдают за происходящим. И все же главным игровым полем для взрослых здесь, на 4-й международной выставке Иннопром 2013, было инвестиционное поле. Играя на котором побеждал тот, кто и в жизни грамотно и уверенно пользуется ведущими составляющими успешного бизнеса – ресурсами, модернизацией, инвестицией. Для развития вашего бизнеса уверяю вас, что Уральская торгово-промышленная палата – самый надежный деловой партнер на Урале. Здесь, на Урале. Для применения этих предложений есть прекрасный потенциал. И крупные металлургические предприятия, и машиностроительные предприятия, оборонные предприятия, научно-исследовательские центры, образовательные центры. Продукция многих из них представлена на выставке. Я надеюсь, вы что-то видели.